Я где-то два раза попадал, но он сказал, самый верх, короче, этого кружочка нужно убить, потому что удобнее эта фигня падает. Выстрел, вы ждите так же, как с ружья, да? По кишечку, да, ему... Нет, тут нужно, чтобы пальцы кончатся. Не, ее ты не держи, потому что вот, видишь, ты просто вот так, обычными пальцами, ты ее не напрягаешься, они вообще не думают. Ты просто пальцы опускаешь, у тебя пальцы опускаются, он соскальзывает по пальцам. Да, можно так не держать, чтобы удобнее было. Да, блин. Ну, ты, когда будешь натягивать, тебе будет легче держать. Да. Тебе будет двумя пальцами желательно. Ну, ничего, себе, удачи. Чё? Миша, ты у нас фотографировать будешь сегодня? Я уже на видео снимаю. Да что ты, белка, не падаешь. Кого стреляешь, в белку? Точечки там видно? Видно или нет?